Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. И вот снова у меня курочки. Сегодня я хочу вам показать про своих цыпляток, которым исполнился уже месяц. Здесь вот кушают мои курочки, одуванчики и сидираты. Там он Петенька пошел песочек клевать. Вот они, залазит, кушает. А здесь вот мы отгородили для цыпляток. Вот. Здесь вот у нас цыплятки. Вот. Сделали такую им загородочку. Сейчас я нагну сеточку, попробую снять через сеточку. Неудобно, но ничего. Вот. Наши цыплятки. Земелька, на земельку посыпала я им песочка чистенького речного. Там в уголочке поставили водичку, кушать им дали. Утром они покушали яичко, я еще даю им яичко вместе со скорлупой. На блендере перетираю. Еще не бросаю давать яички. Вот они купаться начали, малышки мои. Вот. Вот она, моя малышка, купается. Месяц исполнилось, но размера разного. Ну, там есть разница в 4 дня. Самые вот крупные, это из инкубатора. Еще черненький самый крупный, это вот 4 дня разница. Мои малышки. Что мы там им насыпали? Там у нас ракушечка меленькая. Кушают пшеничная сечка, ячменная и пшено. Ночью они у меня спят вот в этой клетке, но мы клетку заносим в дом, потому что на улице очень холодно ночью. Вот, вам показала про своих цыпляток. Здесь у нас сетка, но я вот за старой тряпкой закрыла, чтобы им сквозняка не было. Солнышко светит. Пускай растут мои малышатки. Вот. А это вот мои красавцы. Любимые. Рыжок. Рыжок. Пампушечка моя. Ну, а здесь девочки. Сейчас буду мешанку им делать. Кормить их мешаночкой. Там вон у меня главный пастух. Жучок. Там вон он, Петька Петр Иванович. Здесь вот солнышко. Ну, в эту стену им сильно сквозит. Ну, сегодня 20 градусов тепла обещали. Обещали синоптики. Вот они, одуванчики, как рыжунка кушает одуванчики. Скоро зацветут у нас одуванчики, еще не зацвели. Вот. Здесь у нас курочка, вон, кушает беленькая пшеничка, ячмень, овес. Корм не ограничивают. Целый день ходят, в земле поковыряются, потом еда. В земле еда. И в сарае там же также висит у них еда и вода. Вот и все, что я вам хотела показать. До свидания.